Встреча по обсуждению комплексного озеленения дальневосточной столицы прошла в павильоне Нагорного парка с главой Владивостока Константином Шестаковым и сотрудниками Приморского океанариума, Ботанического сада ДВОРАН, Российского экологического общества и других организаций, занимающихся озеленением. В этом году большой объем средств будет выделен на озеленение города Владивостока. Понятно, что это тактические задачи, но для того, чтобы понимать нашу тактику, мы должны уже говорить о наличии или необходимости разработки такой фактической стратегии, которую будет придерживаться не одно поколение муниципальных служащих. Хотелось сегодня увидеть соратников, единомышленников, которые всерьез готовы с этим поработать. Кроме того, в этом году в городе пройдут различные мероприятия, которые помогут в подготовке концепции. Во-первых, в этом году у нас будет проведен молодежный урбанистический форум. Одна из основных тем будет как раз озеленение. В этом году мы хотим попробовать реализовать конкурс для молодых архитекторов или ребят, которые готовы заняться озеленением в городе Владивостоке, для того, чтобы вместе с наставниками обучить, добавить опыта к уже имеющимся знаниям и в конце реализовать любопытный проект в качестве некого приза или фактической возможности победителя. Таких проектов много, которые могли бы объединить сообщество. Для реализации стратегии эксперты отрасли сформируют техническое задание, которое будет готово уже в текущем году. Стратегия должна появиться после того, как в этом году тем сообществом экспертов, единомышленников, о которых я говорю, появилось бы внятное техническое задание к этой стратегии. Поэтому на этот год мы ставим техническое задание, которое всерьез помогло бы городу Владивостоку увидеть зеленый вектор своего развития. Фактическая реализация стратегии, создание этой стратегии мы планируем в 2025 году. По итогам встречи эксперты высказали различные мнения, которые будут учитываться в дальнейшем. Они выразили готовность совместно взаимодействовать и помогать в формировании концепции озеленения города. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на Восьмом.